Завод весового оборудования представляет бункерные весы, дозатор дискретного действия для автосуммарного учета сыпучих продуктов. Бункерные весы могут работать в трех режимах. Непрерывный учет поступающего материала, отгрузка заданного объема по установленной дозе, поддержание заданной производительности. Весы включают в себя дозатор дискретного действия с пневматическим приводом. Возможна комплектация электрическим приводом. Щит управления СВК-Д001. Бункерные весы обеспечивают точную загрузку сыпучего материала в железнодорожный вагон или автотранспорт. Дозирующая задвижка секторного типа служит для заполнения весового бункера сыпучим материалом. Бункер закреплен на тензодатчиках. На весовом бункере находится челюстной затвор для опорожнения бункера от взвешенного материала. Информация о взвешивании поступает на терминал ВКД-001. Логика работы бункера. При подаче команды «Пуск» открывается дозирующая задвижка и происходит затаривание бункера. Контроллер ВКД ожидает заданного набора веса в бункер. Далее происходит стабилизация и фиксация набранного веса. После чего происходит опорожнение бункера. Питание дозатора осуществляется через бункер-накопитель. Для удаленного мониторинга возможна установка шкафа визуализации. Производительность бункерных весов до 400 тонн в час. На терминале возможен вывод общей дозированной массы. Больше информации о весах на нашем сайте.